Когда вы будете в Дубае, обязательно обратитесь в 7 Luxury, если вам нужна машина. Пароль Давидыч – это скидка у 7 Luxury. Самое главное, я понял, это одно. Если ты покупаешь Rolls, то ты покупаешь его с звездным небом. Если ты покупаешь BMW, то ты должен брать M. А если ты покупаешь Ferrari, то ты должен брать ее красного цвета. Обязательно. Своими корнями эта машина напоминает мне Италию. Просто такую, более технологичную, следующего поколения. Вы понимаете? Прикол в том, что если вы посмотрите на F8 и если вы посмотрите на SF90, то вам станет понятно, что в потоке единицы, просто единицы людей могут определить машину от там, 20-25 миллионов рублей, от машины в 45-50 миллионов рублей. Они практически одинаково выглядят. Ну, для общего числа людей. В Москве у меня был опыт, я катался небольшой промежуток времени на этой машине, и мне она катастрофически не понравилась. Почему? Первое. Шум. Мне это просто не нравится, но вам может понравиться. Причем шум не с точки зрения того, что здесь какой-то уникальный звук мотора или еще чего-то. К этому мы придем. Нет. Нету шумоизоляции, некомфортно ехать в машине просто по... Когда я опускал и поднимал стекла, были какие-то звуки. Здесь звуков нет. Были какие-то звуки такие в разные стороны. По поводу надежности Ferrari, я вам уже это все говорил, вы это все уже слышали. Ferrari ненадежная машина, точно так же, как и Lamborghini. У нашей машины 5500 километров пробега. И у нас, кстати, Spider. Конечно, после писты, которая там карбона понапихала кучу, я не могу сказать, что тут как-то дешево и неудобно. Система мультимедиа и меню ровно такая же, как в писте. Ничего нового. Чуть-чуть, может, по-другому меню работает. И прям с лиганцухи получше качество дисплея. Руль особо ничем не отличается. Но здесь руль поприятнее, здесь поприятнее кнопочки переключения поворотников, они прямо на руле. У нее с утра опять была какая-то ошибка, она написала, что у нее проблема какая-то с давлением. Я переустановил, а активацию сделал, и она вроде пока пропала. Посмотрим. Второй монитор. Мне, как владельцу, очень прикольно. Пассажир, а ему тоже уделяется должное внимание, ему ставят второй монитор, на котором он может наблюдать различные данные. Он может там посмотреть и мультимедиа, и скорость, и обороты, и у него там все красиво так нарисовано. И это типа классно. По-моему, Ferrari это первые начали делать, честно говоря. Потом это появилось у многих, и сейчас это практикуют. Это у Тайкана даже есть, но есть опция, ты можешь заказать. Хотел бы я себе, чтобы у меня в BMW была такая штука. Да, приятно, хотел бы. У друзей были бы красивые сторисы. Первое, что я хочу сделать с этой машиной, это выехать в пустыню и дать ей просраться, чтобы вообще понять, кто она такая есть вообще. Кто ты есть сама по себе. Вот этой хуйни, вот этой...
полностью выключен. Ferrari F8 Punch. Кстати, это вообще хороший зацеп. Очень хороший стартун. Давай еще раз сделаем. Нестабильная вообще. Руль вообще ужас по сравнению с пистой. Просто ужас. Реально. То есть, хотя писта это типа прежнее поколение машины, но... То ли они специально так сделали, знаешь, запасом, типа, давайте пусть они на этом говне поездят, зато они оценят, как ведет себя другая машина. Горят, да? Шо, опять? Стоять, ёпта, куда ты собралась-то? Такая более гражданская машина. Реально для тех, кто вообще не шарит. Прикольно, знаешь что? Что когда она сбрасывает скорость, и ты начинаешь поворот куда-то влетать, оттормаживаться, вот это плюс, конечно, V8, что он более легкий. Он внизу стоит базы. Когда ты подлетаешь к повороту, она не пытается закинуть особо сильно жопу. Вот это мне нравится. Мне нравится это место в пустыне, потому что здесь вся суть машины сразу проявляется. Писта гораздо серьезнее машина по управляемости с точки зрения удовольствия, чем Ferrari F8. Вообще говно. Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Она просто вот так вот вся. На ней прям страшно ехать, эти цифры. Она вот так вся плавает вообще. Жесть. Вообще не кайф. Контроль качества с Эриком Давидычем. Вот идет крыло, идет линия. И вот эта линия, она не сходится вот с этой линии. Во-первых, вот эта штука болтается вот так. Что, наверное, не очень хорошо. Вот она сейчас закрыта. Если вы вот так вот пальцем проведете, вот так вот посмотрите, то крышка багажника, она выше находится. Вот здесь совпадают, да, эти высоты. А здесь вот. Здесь идет зазор, зазор, зазор. Все четко, четко, четко. И вот тут просто, ну, по сути, вот щель. Вот я ушко от очков туда впихиваю. Ну, вот она, вот очки висят. Она болтается вся, она не закреплена вообще. И это новая машина. Эта машина не бита, она никуда не попадала, ни в какую аварию, ничего. Это просто Ferrari. Сейчас вылезет механизм. То есть, что-то тут как-то оно вот типа должно вроде держаться, да? Но оно не держится. Но ведь логично было бы, если вот эта прямая совпадала бы вот с этим, да? Вот с этой частью запчасти. Но она не совпадает, видите? Ну как вот эта резинка стоит? Вот что с ней, вот с этой резинкой происходит? Она вот вся вот, ну никакая. Что это такое? Так не должно быть. Ну что это за говно торчит такое? Это крыша. Здесь она ровно идет, вот так, как должна идти. Видишь, резинка уплотнительная. А здесь все, она уже с ней какая-то херня началась. Вот это переднее правое крыло, это передний бампер. Бампер смещен вниз. Здесь на углу, в глубине, не прокрас. Прямо явно видно не прокрас. Крыло не совпадает с бампером. Идет вот эта линия. И идет вот этот угол. И здесь фара плотно прилегает к этому углу. Теперь посмотри сюда. Понимаешь, да? То есть у меня здесь ушко просто вот без напряжения. Я ничего не делаю. Вот оно вставляется. И вот здесь расстояние большое. Ну, здесь она... входит, но она не вставляется туда. А здесь она вообще не пролазит. В передней панели видно, что просто крепление не садится до конца, и панель до конца не собрана. То есть там огромная щель, она просто вот не защелкивается. И покажи, там клей получается, да? Я его не вижу. Ага, окей. Вот
На углу который, да? Вот здесь, да. Ну там прям видно другого цвета. То есть если они не уделяют должного внимания к таким вещам, это же вещь такая важная, это же внешность автомобиля, то я уверен, что такая же херня с коробкой, с мотором, с приводами, ну то есть теми вещами, которые мы не видим, такая же херня с программным обеспечением, абсолютно точно, потому что ну чудес не бывает, правильно? Вот я не хочу себе такую машину покупать сейчас, потому что просто, ну, как бы, ну, это позор. Это позор. Как такое вообще купить можно? Это нужно вообще не понимать ничего в машинах. Вот приехать реально в Дубае, или, я не знаю, не в Дубае, куда угодно, взять просто покататься и вот такой, ну, типа, выпендриваться. Типа, я не на Toyota Camry взял. Ты чего, охуел, блядь? Простите. Божественную Toyota Camry не трогаю вообще. Мазду шестую взял покататься. Ну, нафиг ее надо брать покататься, лучше взять вот Феррари. Ну ладно, хорошо, вы ее собрали через жопу. Ну ладно, хорошо, она не рулится, не поворачивает. Ну ладно, хорошо. Но звука нет у Феррари. Феррари ассоциируется с двумя основными вещами. Цвет и звук. Цвет красный, окей, но звук. Если они забивают болт на V12 и переходят на V8, и это уже не то, то когда она будет электрическая, это, конечно, будет жопа, просто честно говоря. Давайте подведем итоги. Ferrari F8. Машина, безусловно, красивая. Мне Ferrari нравится, честно говоря. Мне нравится F12 Berlinetta, мне нравится Superfast. Они такие настоящие, такие прям, ну, классные тачки. Но знаете, почему у меня нет Ferrari? Потому что у меня нет возможности ее купить. Она неплохая. У меня просто нет возможности, у меня нет денег ее купить. Но у меня есть деньги купить, например, там, Ferrari попроще. Например, вот такую. Но это шляпа. Это же как цветок, как жемчужина в твоем гараже. А какая это нахер жемчужина, если у меня такое количество косяков, если у меня крылья с бамперами не совпадают, фары с капотом не совпадают, если у меня поролон торчит, если у меня обшивка торчит в разные стороны, непонятно как, и не совпадает геометрия везде. Но какой это бриллиант? Это так, тяп-ляп, что-то собрали, поставили. Но эта машина занимает свою нишу, и люди ее покупают. Тем, кто ее купил, я рекомендую ее продать. А тем, кто ее не купил, я не рекомендую ее покупать. Покататься? Да. Она будет стоить точно в аренде дешевле, чем Pista. Точно в аренде гораздо дешевле, чем SF90. Абсолютно точно. Да, вы сделаете классные фоточки. Все классно и замечательно. Зла нету в этой машине. Души в ней нету в этой тачке. Она просто красная. Эта машина либо для инфо-цыган, либо для сутенеров. Эта машина, знаете, сколько должна стоить? 15 миллионов. 15 миллионов эта машина стоит. Объясню почему. Потому что ты вроде на Феррари. Ты не на BMW, не на Мерседесе, ты на Феррари. Да, она не такая быстрая. Да, ее любой 63-й, любая там М5 просто, ну, порвет. Порвет. Эта машина в идеальном зацепе, при идеальных условиях, едет 3.3. 0-100. Дальше там чудес не происходит на максималке. Это слышно? Что маркетологи делают с вашими жопами? Вот так.